Новые обитатели павильона «Ночной мир» обживают свои вольеры. В одном из них поселилась парочка феников – миниатюрных лисиц своеобразной внешности. В эти симпатичные глаза и большие уши посетители, особенно дети, влюбляются с первого взгляда. Самец и самочка феников чувствуют себя отлично и уже привыкли к своему новому месту обитания. В рационе феника основу составляет мясо, также мы даем им кашу и фрукты. Это очень интересные животные. Они живут в пустынях, поэтому у них в вольере есть песок. Они всегда находятся рядышком друг с другом. И еще одна особенность – в дикой природе они живут всего до 8 лет, а в неволе до 20. Еще один необычный постоялец зверинца – самец Лори. Представителю семейства приматов уже 2 года. В неволе они живут до 20 лет. Эти необычные животные живут преимущественно на деревьях. На вид они кажутся очень медленными и флегматичными. Но, по словам сотрудников зоопарка, доверять милому облику Лори не стоит. Эти приматы бывают агрессивными. Лори у нас пока один. Он питается фруктами, а также насекомыми, сверчками, тараканами. Дети его очень любят, потому что он пушистый и милый на вид. Но характер у него не сахар. В павильоне «Ночной мир» обитают 8 видов животных – феники, лори, необычные кинкажу, летяги, удивительные летучие лисицы крыланы, шустрое семейство сурикатов, ежики и шиншиллы. Последние даже обзавелись потомством. Посетители зверинца от павильона «Ночной мир» просто в восторге. Мы сегодня с подругой решили прийти в зоопарк. Заглянули сюда и остались в восторге. Обязательно придем сюда с детьми. Уж очень необычные животные здесь обитают. Необычен павильон «Ночной мир» и тем, что в нем обитают животные, которые проявляют активность ночью. Днем в дикой природе их не увидеть. В зверинце же в «Ночном мире» темно даже в полдень. А вот ночью, когда для них включают свет, животные укладываются спать.